Программа кандидата на должность примара села Кангасчик от партии социалистов Республики Молдова Тукан Евгения состоит из 5 основных пунктов и направлена на улучшение жизни людей. Первое – это чистое село, чистота и порядок. Второе – это благоустройство. Третье – это молодежь, культура и спорт. Четвертое – это забота о населении. И пятое – это прозрачность принятия решений. Независимый кандидат в примары села Кангасчик Лидия Осташ составила свою предвыборную программу на основе чаяний жителей населенного пункта. Вместе с жителями разработаем новую стратегию развития нашего населенного пункта по самым важным основным направлениям. И вместе с ними мы решили благоустроить и озеленить наше село. Буду работать над систематической очисткой колодцев и их благоустройства. Усилить меры по обеспечению прозрачности принятия решения в нашем населенном пункте. К сожалению, то, чего не было сделано до сих пор, чтобы наши советы были открыты. Кандидат на пост примара села Кангасчик от партии Ринаштери Димитрогла Василиса намерена реализовать ряд пунктов своей предвыборной программы. Первое – установка бювета. Это станция очистки питьевой воды. Второе – капитальный ремонт сельских дорог. Улицы Сергея Лазо, Гагарина, Школьная, Садовая и Новая. Прокладка тротуаров. Привлечение инвесторов для открытия новых производств и создания рабочих мест. Озеленение села, капитальный ремонт Дома культуры. Решать проблемы жителей намерен кандидат на пост примара села Кангасчик от партии «Шанс» Григорий Икизли. У меня будет основа – это школа. Все проблемы, которые дирекция уже помогает нам, у них есть даже сметы. Все моменты по школе, ограждение, все, детский сад. Важно. Нету навесов, нету детских площадок. Санэпидемстанция все время хочет закрыть этот садик. Эти вопросы все нужно решить. 5 ноября жители села Кангасчик будут выбирать примара из 4 кандидатов. Алена Терзи, Мария Казаку, ГРТ Новости.